Журналисты часто находятся в центре внимания. Они посещают различные мероприятия, презентации и выглядят безупречно, им необходимо каждый день. Сегодня мы снова развеем миф о том, что макияж должен быть сложным и требовать много времени. И вместе с Revlon раскроем несколько секретов простого, но эффектного офисного макияжа. Освежело. Похорошело. Немного в центре глаза, скулы, губы, брови подвели. Макияж продержится целый день, будет чувствовать себя комфортно. Больно? Ага, очень идет. Очень идет. Даже можно было поинтенсивнее, мне кажется. Да, это не тесно. Это помада. Помада. Да, масляная помада, она просто в жидком исполнении, поэтому она сначала будет смотреть резко, потом помада будет смотреть. Я вообще ничего не вижу, кроме глаз. Хорошо. Это очень для меня прям. It's too much. Да. Наш Love Yourself Day завершился. Будьте всегда привлекательны и любите себя. Не бойтесь экспериментировать и не забывайте, что ваше лицо – это ваша визитная карточка. Участвуйте вместе с нами в проекте Love Yourself Day, и, возможно, в следующий раз мы познакомимся лично.